Ребята, и в начале ролика хочу вам порекомендовать игру Money Card. Одна из лучших игр, которая вышла 7 сентября 2018 года. Зарабатывание денег без всяких вложений. Покупаете автомобиль, он зарабатывает в сутки определенную сумму. Также с выводом денег можно на Киви кошелек, Яндекс.Деньги, на также Сбербанк карты. Ссылочки у меня будут в описании. Заходите, регистрируйтесь. При регистрации в эту игру вам компания дает один автомобиль бесплатно, и вы на нем зарабатываете. После этого вы можете пополнять счета, покупая автомобили подороже, которые будут зарабатывать в сутки, в час более крупные суммы, и также вы будете получать проценты. Всем спасибо. Смотрим продолжение ролика. Так, ребята, всем привет. Второй день наступил. Мы сейчас будем заниматься дальше патриотом. Бампер мы загрунтовали. Сейчас мы будем нанесли мы проявочку, точнее, и будем уже зашкуривать сам грунт. Вот, замывать с водичкой. Возьмем 800-ю шкурочку и будем шкурить. Патриот у нас тоже крыло сделано, надо осталось его загрунтовать, также оно высохнет, и мы также будем уже грунтовать, замывать и красить. Вот. Сегодня постараемся покрасить бампер, в тот день у нас не удалось покрасить, вот, а было много дел других, поэтому будем стараться сегодня красить. Вот. Сейчас я вам, ребят, покажу. Так, вот мы накидали проявочки. Вот, а будем сейчас мы его зашкуривать. Патриот вон стоит, он зашпаклеванный, все сделано. Там чуть-чуть еще я подложил эти сами, ну, трещинки от этого, от шпаклевки немного остались. Я их заделал, сейчас там дошкурю, и все, можно будет его сегодня грунтовать тоже. Так, также вот он бампер, ребят. Сейчас я буду замывать. Возьмем мы вот такой брусочек мягенький и шкурочку, наждачную бумагу 800-ку. И с водичкой будем мы, вот возьмем вот такая вот штучка есть у нас, и возьмем, будем поливать и шкурить. Вот так вот у нас получается. Ребят, зашкурим. Сниму, покажу. Смотрите. Вот, ребята, у нас как получается. Вот эту сторону мы уже почти всю сделали. Еще раз пройдемся 800-кой. Сейчас продолжаем дальше заниматься вот этой стороной. Еще не все до конца. Сейчас пока перекур. Вот. И доделаем до конца. Помоем его, сполоснем. Он на солнце положим, он высохнет. И уже будем продолжать дальше заниматься. Будем его красить. Ну и потом будем патриот также делать. Вот. Но я сниму, покажу, как покрасим. Весь процесс, наверное, не буду снимать. Вот, как красить и так далее. Я вам все расскажу потом поэтапно. Ну все, мы, ребят, короче, сделали. Зашкурили весь грунт. Вот, а у нас как получилось. Вот, все гладенько, хорошо. Ну и все, теперь остается только готовить уже к самой покраске. Вот. Так, ребята, продолжаем заниматься у вас патриотом. Покрасили мы бампер, вот, и крыло, сейчас я пойду крыло, мы его вышкурили, все сделали, загрунтовали, осталось его замотить и покрасить уже переходиком его, и будет все как бы, ну, нормально. У нас погодка вообще капец, дождина льет, вот, бампер у нас уже покрашен, вот он, сейчас я вам покажу, вот он у нас стоит, все у нас нормально получилось. Ну, в принципе, его сделали. Вот, все закрасили, все трещинки, все какие там были косяки, мы их сделали и убрали.
Вот бампер у нас готов, его можно собрать. И осталось нам точнее покрасить крыло. Сейчас я пойду его шкурить, крыло. Привез я воду для шкуривания и будем уже им заниматься. Сейчас я воду выгружу, возьму шкурочку 800-очку с водичкой и будем мы его продолжать шкурить. Вот там немного кусочек надо отшкурить 800-кой, ну и потом для перехода 2000-й, наверное, или 1500-й шкурочкой так замотить лак и уже будем делать переход. Это я вам все тоже покажу. Вот я не стал вам показывать, как там красить и так далее, как наносить базу. Вот, если надо будет, пишите, буду показывать вам, как поэтапно, что нужно разбавлять и так далее. Я вам, в принципе, показывал. Предыдущих видео у меня много, где я красил Mercedes, BMW, 14-ю, 4-ку. Ну, много машин было, там, в принципе, есть, где посмотреть, что. Вот. Смотрите, ребят, сейчас я воду выгружу из багажника, начну заниматься крылом, я вам сниму, покажу. Надо будет переходить в другой гараж. Там он стоит, патриот, загнали его. Потому что на улице дождик пошел. Вот. Красить не будешь дождь. Залез он все же в гараж. Стоит нормально, чувствует себя. Поэтому смотрите, все покажу. Ну все, ребят, приехали. Точнее, пришли мы в другой гараж. Зашли. Вот у нас сзади патриот стоит. У нас мы загрунтовали вот эту вот часть крыла, мы ее выровняли, все у нас хорошо получилось. Сейчас мы будем замывать, возьмем 800-ку с водичкой и будем замывать. Потом сделаем 1000-й, где будет лак ложиться, прокрас вот так вот, ну по 3000-й замотуем и будет у нас все нормуль. Будем красить также с переходиком, я вам тоже покажу, как получится, сниму. Смотрите. Так, начинаем мы вот замывать. Вот у нас как получается. Положили мы этот проявочку, положили мы, забыл как называется, блин. Вот, положили мы проявочку. Вот начинаем сошкуривать. Как вот сверху получается, убираем вот эту проявочку, всю вот эту шагреньку. Вот, и также продолжаем полностью крыло. Осторожней, самое главное, не протирать края вот эти вот. Здесь чуть-чуть подтер, но это ничего страшного. Но так аккуратнее, так же снизу. Не протирайте края. Сейчас, ребят, закончу, я вам все покажу. Так, взяли мы 2000-ю. 2000-ю прошли мы вот от угла крыла. И вот так примерно, где будет переход. Вот, а здесь мы все зашкурили. Вот у нас гладкая поверхность получилась. Сейчас мы смоем все вот это вот. Ну и посмотрим, где до конца надо будет прошкурить. Вот. Вот, ребят, вот у нас как получается, если видно, у нас ну, сейчас высыхает, сейчас мы тряпочкой протрем, и у нас будет, получается, поверхность матовая. Это вот куда будем ложить лак, будем делать здесь переход, вот тут примерно где-то вот так. Сейчас мы здесь еще подшкурим, сейчас она подсохнет, посмотрим, как мы нашкурили. Вот, и будем дальше продолжать. Ну и потом уже будем подготовка к покраске, обклеим ее и уже будем обезжиривать и уже красить. Так, начинаем мы обклеивать, ребят. Все, мы все замотовали, все зашкурили. У нас вот как получилась поверхность. Прошли мы 2000-й шкурочкой, вот где будет у нас там переход. Вот, и зашкурили сам грунт, все, у нас все хорошо. Никакой шагреньки нету. Сейчас мы до конца все обклеим. Вот начали обклеивать. До конца сделаем. И будем уже наносить базу. Лак. Ну и будет она сохнуть. Потом будем собирать автомобиль. Я вам тоже покажу. Вот. Сейчас, когда покрасим, я вам сниму, покажу. А в следующем видео я буду собирать машину. Я вам все покажу, как, куда и что крепится. Ну все, мы подготовили покраски, сейчас будем красить. Вот так у нас будет переход лежать. Ну и все, обезжирили крыло. Вот, сейчас будем наносить базу. Так, ребят, положили мы первый слой базы.
Вот у нас сейчас напыльчиком сделали, сейчас потом будем прокрашивать. Вот, ребят, положили второй слой базы. У нас еще не перекрыло вот это вот сверху. Сейчас положим третий, закроем все и будем делать переходик. Вот у нас как получается. Положили мы третий слой. Вот у нас как получилось. В принципе, все перекрыли. Вот, положим сейчас еще один слой до конца, чтобы уже было бы точно. Вот, и лаком зальем, сделаем переходик, подсохнет, полирнем, и машинка будет готова. Так, ребят, положили мы лака, два слоя. Вот у нас как получилось, здесь у нас переход, мы потом полирнем, и все будет хорошо. Ну, на сегодня все. Работа закончена, потом будем собирать. Так, ну, ребят, ну сегодня, короче, все. Крыло мы покрасили, оно будет сохнет. Завтра мы соберем машинку, отполируем, ну и все, машина будет готова. Я вам тоже сниму, все покажу. Вот. На сегодня все. Спасибо, кто смотрел. Всем пока.